На протяжении текущей недели 1945 года войска вели тяжелейшие бои, в результате которых шаг за шагом продвигались к великой победе. В ночь на 23 марта наши тяжелые бомбардировщики нанесли удары по железнодорожным узлам Моравского острова в Чехословакии. Войска 2-го Белорусского фронта вышли на берег Данцинской бухты. 24 марта войска 3-го Украинского фронта, отразив атаки 11 танковых дивизий немцев юго-западнее Будапешта, перешли в наступление и заняли более 350 населенных пунктов. За 25 марта на всех фронтах подбито и уничтожено более 180 немецких танков. Сбито 37 самолетов противника. 26 марта войска 3-го Белорусского фронта взяли в плен более 21 тысячи немецких солдат и офицеров. В ночь на 27 марта наши тяжелые бомбардировщики произвели массированный налет на Данциг и подвергли бомбардировке военные объекты противника.